Всем привет, ребята! Вы на канале Супер Канал Гордея! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт! Я скачал на ПК, вы тоже можете скачать на ПК, но не только на ПК, и на мобильные устройства. Так, ребята, вот она наша игра, сейчас мы будем играть по сети. Я вам отключу, монтаж-паузу поставлю, потому что это вам будет не нужно. Все, ребята, зря отключил, потому что надо было вводить пароль. А мне не надо было вводить пароль, вам нужно необходимо зарегистрироваться и повторить пароль. Потом уже играть на сервере. Ну что ж, давайте смотреть мир. Вау! Ребята, куда я только попал? Вот это жесть! О, смотрите! Панда! Но это не панда, это просто стиль. Идем туда! Управляем клавишами. Вам нужно изучить правила дорожного правила движения. Я уже изучил, так что не надо мне изучать. Клавишами должно все происходить, если с ПК. Если с мобильного устройства, то тогда со стелки. Здесь можно играть с другими игроками, которые сейчас играют в сервере. Идем туда. Там еще есть обрыв, ребята. Пожалуйста, будьте осторожны. Там обрыв. Вау! Так, где это было? Дома тут, ребята. Это там, наверное. Вот это жесть, ребята, здесь нет прохода. Но, ребята, вы видите, внизу там другие игроки в чат. Давайте им в чат напишем. Нажимаем на «Ты» английскую с ПК. И пишем «Привет». Вот, написал, отправляем. Идем туда. Водичка там, ребята, может, зайдем в нее? Эх, это не водичка, показалась. Ёшкин картошкин! Также здесь можно играть в одиночку, ребята. В Майнкрафт можно играть и на сервере, и в одиночку. Только если в одиночку, вам необходимо создать свой мир. Тут еще лестница есть. Можно построить метро в Майнкрафт. Только я не знаю, как строить ресурсы. Только ломать умею. Блоки умею ломать. Туда идем. Ой, кто это, ребята? Там крыса наверху! Жесть просто!
Ребята, в следующем видео я вам покажу, как построить метро в Майнкрафт. Но это в каком-то видео, но не в следующем, конечно, потому что я не знаю, как вы сейчас строите Майнкрафт метро. Я вам покажу, как построить Майнкрафт, как построить метро в Майнкрафт. Я вам покажу свою линию. Туда пойдем. Здесь ничего нет, только обрыв. Будьте осторожны, ребята. Там можно выпасть из сервера. Ну что ж, ребята, давайте до 8 минут и будем заканчивать. Вау, река! Но мы уже были на этой реке. А обрыв тот же самый. Не будем туда заходить. Пойдем в любое место. Например, туда. Куда мой плюсик показывает. Конечно, у меня с собой есть компас. По нему я правильно иду. Эх, ребята, жаль, что минуты до конца осталось. Мы бы еще побольше бы пообщались. Ой, это что за портал, ребята? Вау! Переместился, блин. Полминуты осталось до конца. Жаль. Водичка. Ополоснемся, попьем. Вот. Ой, кто-то еще зашел под воду. Вот, смотрите, ребята. Это же игрок. Ну что ж, ребята, уже 8 минут записи. Давайте прощаться. А я буду дальше играть в сервер. На этом все. А мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем бай-байшки!